И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа, мы снова подошли к завершению наш тренинг по гуманной терапии. И сегодня у нас награждаются наши претенденты на получение новой квалификации, новых знаний. Итак, значит, Симонов Анатолий Николаевич, это такой сертификат, вручается и диплом. Ну, программа обучения так не будет, засчитывать присвоенная квалификация, специалист по гуманным практикам, хиропрактор. С правом работы в медицинских учреждениях, в хозрасчетах и физкультурных объединениях, в клубах и салонах по месту жительства, а также в сфере кооперативной и индивидуальной предпринимательской деятельности и открытия своего собственного дела даже. О, как. Давай, поприветствуем, можно аплодировать. Да, молодцы. Вот, но у нас есть клятва, потому что мы работаем с костями, с человеческими телами, да. Так что все-таки, пожалуйста, вот золотая ладонь, приложи сюда длань и зачитай клятву. Почти Гиппократа, но альфа-топа. Я, Симонов Анатолий Николаевич, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии интересных ориентированных практик, альфа-топ, будут приносить только пользу и оздоровление любому, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю главный принцип медицины «не навреди». Так что мое мануальное воздействие рук теперь будет оказывать только врачебазисское воздействие в рецептных целебных эффектах. Во имя спасения и восстановления всех тел человека в качестве гармоничного, божественного сосуда. Благодарю, благодарю, благодарю. Три раза. Да, поправим сюда. А мы награждаем следующего нашего претендента на победу. Вавилова Сергея Сергеевича. Лучше тогда зачитывать не буду. Та же самая квалификация. Хиропрактор по-английски. Это тебе. Помните, нам все рефлексы, сфоткаемся. Чик. Ну, также надо гадать прочитать. Так, да. Я, Вавилов Сергей Сергеевич, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии телесно-ориентированных практик, альфа-топ, будут приносить пользу и оздоровление любому, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю главный принцип медицины – не навреди. Так что мое мануальное воздействие рук теперь будет оказывать только врачевательское воздействие и целебный эффект. Во имя спасения и восстановления всех тел человека в качестве гармоничного божественного сосуда. Благо даю, благо дарю, благодарю. Ну а теперь возьмите все руки, вот ты за этим. Вот, вот, чередование будет с белым цветом, у нас общая фотография на память здесь, да? И мы все вместе. Ура! Ура!